Когда я работаю с текстом, если он уже есть, я всегда подчеркиваю. Потому что, когда ты подчеркиваешь, ты подчеркиваешь выделенные мысли. Соответственно, мозг у тебя фокусируется. В школе, в институте, когда я готовился к экзаменам, я всегда писал шпаргалки. Всегда я писал шпаргалки. Я ими никогда не пользовался. Но шпаргалка маленькая, в нее не напишешь все. В нее пишешь самые важные мысли. Квинтэссенцию. Соответственно, когда ты выбираешь самое важное, оно у тебя здесь и остается. И когда ты получаешь его, просто тебе не нужно уже пользоваться шпаргалкой, она уже здесь записана твоей рукой в маленькой бумажке. Я это знаю, я поэтому сейчас текстами работаю, я подчеркиваю, потом еще после того, как подчеркнул, я беру маркер, он у меня здесь всегда лежит, я беру маркер и я еще выделяю потом текстом, помимо того, что я подчеркнул ручкой. Причем то, что я выделяю маркером, подчеркиваю, но всегда не одно и то же. Это всегда не одно и то же. Потом выделение на полях идет, а потом ассоциативные значки на полях просто ставятся. И когда у тебя лежит бумага, тебе не надо читать текст. Ты значок увидел, ты знаешь, о чем говорить.